Блять, там пиздец. Я такое Что? увидел видео. Сейчас всех вызываю. Да, я вам покажу. Сейчас я уточню, пока все подъедут, да? И шишечки. Итак, что же вы можете получить? Трава у нас все 8-й наркошоп. Вам нужно проехать по зеленой ветке. Зеленая ветка 4630. Там пизда. А что там случилось? Блять, там наркошоп, блин, это гидра мега. Там пиздец, я вам говорю, вам надо накрывать, там пиздец, блять, там мои арти. Сколько у вас есть людей? Сейчас узнаю, секунду. Да, ну там может быть 3, хватит 5, а вдруг они окажут сопротивление. Там какая-то женщина, блин, она еще на ютубе распространяет видео о том, что она... Вам показать? Давайте. Вот. Оно не нажимается. Вот мои доказательства. Не, есть у вас книга. А как на ссылку нажать? Есть у вас книга, я в ней напишу. Там ужас, там женщина, она торгует этими, блядь. Она все показала. Может, школьник. Не женщина, может, школьник. Ну, сейчас, секунду, я вызову. У нас тут это! Невидимка. Что? Невидимка. Гля, 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 во, 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 во! Пропал. Ну ладно, сейчас испарился. Не, у меня книги нету. Ну ладно. Нет, а там пиздец, надо накрывать их нахуй. Сейчас, блядь, прям. Нахуя? В смысле? Там наркошоп, блядь, наркобизнес, блядь. Наркобизнес жесткий, блядь. Да, вообще? Там у нее нахуй, я тебе говорю, блядь. А насколько крупные? Больше тысячи долларов в месяц? Посмотри видео. Просто чем крупнее, тем, ну, более этого высшего состава надо звать. Там пиздак. Здравствуйте. Здравствуйте. Да блять, ну пойдемте. Ебать ты нахуй, еще и на. Да, нормально. Да, да блять, пойдемте уже накрывать ее, блять, она сейчас все удалит. Блять, она за стрим снайпе. Кого? Да там наркобизнес ебейший, блять, у нее нахуй все, блять. Сколько вам нужно людей? Да я ебу, я не знаю, я вам просто скажу сейчас координаты, но как ответственный гражданин рядом, ну, постою. Когда вы... Заебал, пошли. Ответственный гражданин, ебу. Ну все, мы троем справимся. Все, пойдемте, зеленая, 6000, блять. А, нет, 4000. 4630. Сколько нахуй? Да, да, давай. У вас есть портал секретный? Что, вместе поедем? Ну, у вас пошли. Есть портал секретный? Пошли, со мной поедешь. Там ах пиздец! Ты, я тебе говорю, вонючий. Там, блять, вам эти погоны дадут, повысят вас, вы отчет напишете. Ебать. Все для тебя рассветы и туман. В первый раз вижу, нихуя чел выбил. Моря и океаны для это тебя. Это очень редкая хуйня. Нормально. Это ж насколько редко. Нормально. Смотрите. Предлагаю... На СП грозы редко идут. И мобы редко спавнятся. Ему надо было найти крипера. Во время грозы зарядить его. Потом вывести пиглина из портала к этому криперу. И пока пиглин не перевоплотился, блядь. Это пизда. Вау! Бля, ветку строят. 500-я координата. Хел. Куб. Нихуя. Здрасте, я с вами еду, да? Да, да. Зеленая, ЗВ. Диктую, диктую. ЗВ. 4630. 4630. ЗВ. 630, нормально. А, эту не строят? А, строят, я еле прогрузил. Или не строят? Там вас это реально повысят, наградят. Вы скажете, ебать, я накрыл. Слева будет, кстати, скорее всего. ЗВ, Звездные войны.
Это один из покупателей, 100%. Вы видели там какое-то коммунистическое пристанище? Людоеды, скорее всего. Вы не общительный, да, как я вижу? Ну, да, так, чуть-чуть не общительный. Ну да, ему еще ехать, блядь, эти... Сколько тысяч координат. Я вам говорю, Леон... я видел видео, там 100% что-то незаконное. Блядь, сейчас приедем, там нихуя не будет. Там out the low. Понимаете, о чем я? 4500. 630. 4630. 4630. Нормально. Я вам говорю, там наркобизнес, блядь. Я видео видел. Там она прям говорит, я открыла свой наркошоп. И снимала нормально. Видео про него. Про него снимала видео. Нормально. Но мы их прикроем, если это правда. Да, сейчас мы вот мы и узнаем. А сколько ложный вызов у вас стоит, если на ложный вызов отправить человека? 200 ар, по-моему. Да, может, 4000 есть. Ну не, ща, мы уже почти приехали. Вот-вот. Координаты... Что-то не так. Свинка. Ой-ой-ой, походу все так. Да-да-да-да-да, давайте. Мы будем подкрепление ждать? На. Куда? Они 630, вот же. Да, где-то тут. Вот оно, да, это есть, смотри, смотри, читай. Те, иди читайте. По тропинке, если хочешь кайфа. Записывайте, вы все фиксируете, у вас есть камеры, вы фотографируете. Да, у нас бодикамера есть. Да, пройдемте. Я видел видео, она там снимала, что у нее этот... как его нахуй? Контрабанда, да? Там у нее контранарко... Блин, там, бля, убля. Я, ну, там, бля, это... Я понял. Там, бля, убля, это, бля, убля... Да, типа того, да. Там вот где-то будет портал и будет написано, что стесняешься, заходи. Во. Я это все видел в видео. Так. Смотри. Ага. Заходите. Заходите, не стесняйтесь. Ну ладно. Да. Мы стесняться не будем. Да. Сразу, если она там, сразу огонь на поражение открывает. Я никогда заднюю не даю. Смотрите, во-первых, видели? Сразу, да? Так, ага. Вот, ага. И она сказала, вот в этих сундуках, ну, я не буду смотреть, вы проверьте. Гляньте, фиксируйте эти. Проверяем. Расценки. Фиксирую. Проверьте, пожалуйста, ну, контрабанду там. Да, это вообще тут пиздец, там. Вы ж посмотрите на эти, нахуй, все тут. Проверьте там. Блядь, да, это же вообще, нахуй, охуенно. Это что такое? Проверьте на наркотик, пожалуйста. Да, вот тут проверьте. О, Никон, нормально, судмедэксперт. Вот проверь, блядь, вот это наркотические вещества жесткие. Какао-боб. Броню сними, тупой! Блядь! О, здравствуйте! Да. Здравствуйте! Здравствуйте. Незнакомый человек. Здравствуйте. Я тут хочу подать, что я видел видео, где сказано, что тут это наркошоп. Если дадите книжку, я вам напишу в ней. Держите. Лёва, там подвал. Ой-ой-ой, сейчас, блядь. Подождите, стойте. Так, этот. Чё надо? Вот, давайте, вот вы можете подать, ну, пока. Вот, смотрите, этот, можете посмотреть из этой просто Ctrl-A, Ctrl-C видео. Видео из этой книжки. Так, Ctrl-A, Ctrl-C, реально, такс. Так, давайте проверим, как бы. Mm-hmm. Так, кто готов проверить? Давай так, первое, что-то продается, кукаин. Держи. Все. Трава. Кто возьмет, тот возьмет. Вот тут проверяем, как бы реально сканинг лютый. Пошел. Такс. Вот. Ну, давайте, а мы пройдем, вот, ну, пока что, остальная часть. Тут. Можем пройти в подвал, проверить, как бы, его.
чтобы пойдемте, нормально было. Пойдемте. Уточните это вдруг там... этот вопросик. Да, да, да. Такс. Угу. Вот подвал, так, заходим. Опа. Осторожненько, осторожненько заходим. Бэм-бэм-бэм-бэм! Опа, тут какие-то остатки, получается. Чего-то там. Давайте. Ой, вы слышите? Грибы, вы слышите, грибы, грибы, грибы. Слышали? Что-то тут кто-то орал сейчас. Давайте я высверлю дверь. Давайте. Все, я сверлю. Так, сейчас я буду. Все. Опа, так. Спасибо, спасибо. Так, давайте. Тут пусто. Тут я пусто. Слышал какие-то этот, голоса смешариков. Я тоже слышу. Сахарный тростник. Наверху, по-моему. Да. Они сказали, здесь можно купить. Ну давайте. Да. Вы охраните, пожалуйста, молодого человека. Я хочу, чтобы меня вписали в программу по защите свидетелей, потому что, мне кажется, после этого меня убьют, ёбнут, хлопнут. Там разговаривают. Да. Сейчас не хочешь хранить. Сахарок. Вы чего делаете? А, ну здесь магазинчик просто был сахар. Он 90 вспомнил. Блять, да, это ужасно. Там закончилось. Где ближе, там. Все, 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 поплыл. Ой, бля. Бля, зацените. Реально же поплыл, типа, поняли? Одиматься в плавание. Я поплыл, короче. Слушай, вроде нюхнул я, что-то... Так. Чё, вы теперь еще и... Мы хотим купить. Я анализы знал. Да, закупались. Слушайте, а давайте я им продам, и вы их еще повяжете за то, что они покупали. О, да, да. Это можно. Меня это как гениально. Подставного меня. Да, вот сейчас надо только... Вот, на. На грибочке. Так. А я, ну, то, что я им продам, вы точно зафиксируете, что я не виноват? Да. Да, все, да, так. Ага. Так, давайте, вот так. Мы очень... Нет, он белый был. Опа. Стойте, отдай, а ну-ка. Ой, да, ой, да, ой, здравствуйте, ой. Это мой магазин. Все, больше нету. Я больше не брал, у меня уже все внутри. Да. О, здравствуйте, магазин. Да, это мой магазин, касса. Шишки, сено. Я хочу купить. Сахарок такой, который... Сахарок. Ой, за кумар пол. Да, сахар, давайте деньги. Купить. Вам и какао бобы? Пожалуйста. Нет, да, сахарок. Сахар. Поставьте какао. У меня нет сахара. У меня есть какао бобы. Ну, давайте его кофе попьем, какао. Да. С кофеином. И вот, и грибы, да, грибочки, да. Грибы. Давайте грибочки. Деньги. Вот, держите месячную леди Дианы. Ура! Ой, он мне... Опа, ой. Нет, давайте деньги. Поставьте Эндер Чест, пожалуйста, друзья. Вы же имеете его, надеюсь. Алло. Давай, давай. Сейлате, блядь. Ты чё тут делаешь, нахуй? А мне сказали, что сахар продают последнее место на эстрадке. Так, блядь, смотрите, беги быстрее, вот. Тебя сейчас нахуй повяжут, вот. Мусора. А, да, вот месячный. Вот а все, мне скинула. Хватит, все, я взял с вас деньги. Все, я взял деньги, говорю, я взял деньги. Да, все, можно уходить. Я взял деньги, блядь. Все, мы купили. Блядь, ёб твою мать. Вот это сахар, белый. А можно вот. Мне, пожалуйста, ну, можете передать мне на секундочку? Да. Я просто хочу быстрее с собой в чем. А хотите месячный лет, Диан? Друзья, давайте. Откачивайте его, пожалуйста. У него сахарный диабет. Да, у него диабет. Мало, Арсен. Это не сахар, а кокаином. Вы будете конфисковывать нахуй там внутри, блядь, нахуй, блядь. Это все, блядь. О, арбузы. Нихуя. В подвал смотрели?
смотрели. Смотри, тут вообще залежи. Да. Ну там в подвале говорят лютый шест. Я видосик посмотрел. Вы посмотрели видео? Видео. Да, 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 я вот посмотрел. Вот. Все это надо нахуй конфисковать, блять, и блять, нахуй, блять. Ну да, жестко отхуярить там, все. Так называемо сравнять с землей, так сказать. Угу. Ну я тогда, я как. Я как гражданин, все, я. Пока. Ну да, спасибо за сотрудничество. До свидания, да, да. Смотрите, бля, просто охуенно. Накинул проблем мужикам, блять, и съебался. Чисто, блядь. Не, мне больше интересно, я пришел посмотреть, заценить. Еще за. Ой-ой-ой-ой-ой, бля. Подкинули. Бля, закинули, блядь. Так, такой чисто микро против. Короче, мы сейчас вышли, и был уже барьер. Да? Мы выходим, и уже барьер. Все, блядь, мы уперлись в барьер. А вот эта дорога, нахуй, куда ведет? Она что? Куда люди едут, чтобы по этой дороге приехать? Дальше. Блять, страшно. Мне прям страшно. Нет. Это уже какой-то может быть гетто. Здравствуйте, вы наркоман? Ой, а? Нет. Срано, ну похоже на наркоманов. Ну ладно. Да ладно. Алло, Саски, я вижу тебя, братанчик. Все, Саски, я тебя увидел в чате. Да, братан, все. Все, Саски, вижу.